сетевой фильтр-распределитель Supra Mains Block MD06 EU Mark II оснащен 6 электророзетками Schuco и рассчитан на суммарный ток нагрузкой до 10 ампер. Фильтр выполнен в надежном фрезерованном корпусе с винтовым креплением панелей и подходит как для напольного, так и настенного размещений. В Mains Block используются две фирменные технологии Supra, предназначенные для очистки электропитания AV-техники. Первая – это защита цепей питания от внешних электрических наводок, а также экранирование собственного электромагнитного излучения с целью предотвращения перекрестных помех. Вторая фирменная технология – фильтрация, не влияющая на передаваемый сигнал. Технический фильтр NIF представляет собой ферритовое кольцо со специально рассчитанными магнитными параметрами, надетое на каждый внутренний провод к розеткам. Это позволяет получить LC-фильтр, настроенный на радиочастотный диапазон и эффективно подавляющий помехи. В то же время, в отличие от традиционных дросселей, фильтр NIF действительно не ослабляет передаваемый сигнал, поэтому подключенные к распределителю усилители и другая AV-техника будет получать от сети ток без каких-либо ограничений. Использование Mains Block MD06 EU Mark II рекомендуется в AV и стереосистемах, где уже была проведена серьезная работа по очистке электропитания и необходим изящный завершающий штрих. В то же время это устройство хорошо изолирует подключенные компоненты друг от друга, что является особенно важным в системах, в которых сочетаются аналоговые и цифровые устройства.